Лев же тоже демонстрировал великолепную игру своим черным потроком ситхом. И думаю, что сейчас мы увидим что-то интересное, как минимум. Так что, за кого бы вы не болели, let's go, начнем. Отличный бойко начал от Альвана, запарывает комбу, Такин месит, как просто босс, но нарывается на каунтер-хит. Не удается ничего, никак наказать бросок Такину, он пытается использовать разводки, классические разводки нацию, они работают. Уже нет практически жизни у Льва, он рвет бросок, почти наказал. Ох, разводочки от Нацу, и Лев отжирает медец. И Такин выигрывает первый раунд. Ну, надо собраться. Финал просто вот здесь, в его ладони. Ему осталось только сделать пару усилий. Пару жестких камбуль. Не кемится Такин, и Лев снимает какое-то сумасшедшее количество жизни. Просто с одного сетапа. Нет же асгардит Такин. Потерялся, и Лев забирает второй раунд в очень быстрым броском каким-то просто дикого животного. Ох, хороший Just Frame, боже мой, Лев, что ты делаешь? Он рвет бросок, не вылетает таким образом за край ринга. Камбуля. Близок к тому, чтобы забрать второй раунд. Не Такин. Ох, и это победа не Такина. Второй раунд из ситуации, когда ну просто ничего не предвещало беды. Лев пытается наказать, но Такин отвечает наказанием со своей стороны. Пытается работать над броней Такин неуспешно. Жрет второй удар, хоть и не комба. Близок к вылету Лев, нет, он отходит от края. Главное сейчас не сажать. Запарывает комбу, это... СЕ. Сейчас заберет этот раунд, и не может быть. Только не дисконнект в финале, боже мой. Посчитать это как 2-2, но все возможно в Soul Calibur, и поэтому... Если сейчас Такин выиграет, это будет все. Запарывает, панишь. И Такин выигрывает турнир.